Описание представленных КТ-томограмм пациента 1969 года рождения от 18 октября 2019 года. Область исследования – головной мозг, КТ-ангиография. При анализе данных использованы аксиальные, сагитальные и корональные срезы мультипланарной и объемной реформации. Получено изображение суп- и супротенториальных структур головного мозга. Область турецкого седла не изменена. Цистерны основания мозга не расширены. Срединные структуры мозга не смещены. Желудочковая система мозга не расширена, боковые желудочки симметричны. Участков патологической плотности в веществе головного мозга не выявлено. Субарахноидальное пространство и борозды мозга не расширены. Кости, своды и основания черепа не изменены, свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не определяются. Слуховые проходы, проходимы с обоих сторон, симметричны. Пневматизация гаймеровых пазух, клеток решетчатого лабиринта, лобных основной пазухи сохранена. Патологические включения в них не выявлены. При КТ-ангиографии артерий головного мозга, передние мозговые, средние мозговые, задние мозговые артерии, внутренние сонные артерии, позвоночные артерии справа и слева симметричны по диаметру и заполнению контрастом. Основная артерия расположена срединно, задние соединительные артерии визуализируются с обеих сторон. Аневризм, артериовенозных мальформаций, признаков окклюзии и патологической извитости сосудов головного мозга не выявлено. Данных за наличие ОНМК и объемных образований головного мозга не получено. Заключение. КТ-признаки патологии головного мозга, костей черепа не выявлены. Область исследования. Органы грудной клетки. Использованы реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях. Построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легкие расправлены, свежие очаговые инфильтративные изменения не выявлены. Справа в C5 единичный фиброзный тяж. Слева в базальных сегментах выявлены единичные фиброзные тяжи. Справа купол диафрагмы на уровне 8 ребра, слева на уровне 7 ребра. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы. Справа паратрахеальные лимфоузлы размером до 11 на 7 мм. В аортопульмональном окне единичные лимфоузлы 15 на 7 мм. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце, аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий справа 26 мм, слева 23 мм. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ-картина легочной гипертензии. Минимальная лимфоденопатия средостения. КТ-признаки высокого стояния куполов диафрагмы, уменьшение объема легких. Рекомендована консультация кардиолога-пульмонолога. Область исследования. Грудной отдел позвоночника. Контрастное усиление не проводилось. При МСКТ-исследовании грудного отдела позвоночника определяются умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения. Свежие костно-травматические изменения не выявлены. Очаги деструкции костной ткани не выявлены. Дугообразные искривления оси позвоночника не выявлены. Снижена высота межпозвоночных дисков в каудальном направлении. Явление субхондрального склероза замыкательных пластинок тел позвонков. Грудной кифоз сглажен. Сформированы краевые остеофиты до 4-5 мм между C7-TH1, между TH7-TH8 до 8 мм, между TH8-TH9 до 9 мм, между TH9-TH10 до 8 мм. Между остеофитами по правому ребру сформирован кальцификат 9 на 5 на 4 мм. Остеофиты более выражены по правой стороне позвоночника. КТ-признаки остеомиелита тел позвонков в зоне сканирования не выявлены. Паравертебральные мягкие ткани без особенностей. Заключение. КТ-признаки выраженных дегенеративно-дистрофических изменений грудного отдела позвоночника. Область исследования. Тазобедренные суставы. При анализе результатов МСКТ использовано построение в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях трехмерной реконструкции. При анализе данных выявлены симметричные изменения суставов. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Анатомические отношения в суставах сохранены. Явление субхондрального склероза и кистовидной перестройки суставных поверхностей. Сужение рентгенологической суставной щели. Уплощение крыши вертлужной впадины. Заключение.
КТ картина двухстороннего коксоартроза 1-2 степени. Рекомендована консультация травматолога. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук М.А. Котов, заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус, ассистент кафедры лучевой диагностики СГМО имени И.И. Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. Первое. Собственно, с головным мозгом, артериями его и костями у вас все в порядке. Каких-либо образований, инсультов нет. Второе. Легкие. Их объем уменьшен, есть виброзные тяжи. Скорее исход перенесенных воспалительных процессов. Здесь имеет смысл показаться пульмонологу. Кроме того, расширены легочные артерии. Это признак патологии сердца. Здесь уже нужен кардиолог. Третье, четвертое. Позвоночник, катезобедренные суставы. По сути, возрастная норма. Ничего катастрофического нет. Я бы рекомендовал сделать МРТ шейного и поясничного отделов позвоночника.